Всем привет! Сегодня я буду показывать свой скетчбук за 2020 год. В общем, давно не получила такого, таких обзорчиков. Вот, так что приступим. В общем, да, вот такой вот годзиллушный скетчбук, маленький мой любименький, с наклеечкой, которую я купила на Бахче, по-моему. Да. Мне нравится. Посмотрите на это чудо. Так. 2020 год. Наклеечка от Ики. Я обожаю этих котиков. Это так красиво. Да. Зора с Энджи. Хорошенькие мои. Наклеечка от этого бандаевского комплекта. Сейчас вспомню. Это тут даже написано RX-78-2 Гандам классический. Вот. Это его наклеечки оттуда. Вот. Да, паучья страничка. Я думаю, вы многие из этих страниц уже видели. Я их выкладывала в ВК. Группу. Осторожно, стекло. Стекло. У меня просто другая ассоциация, типа стекла пожевать. Да. Наклеил тут всяких своих наклеечек. Так, здесь у меня мои корейские скетчи, мои эти... как чеки, все дела. Вот. Да. Это, кстати, вот этот рисунок стал значком. Вот. Это я здесь фантазировала, какие значки сделать. Да. Да, здесь у меня тоже расписание, что я буду делать там, что я делала в Корее. Вот. Там здесь я размышляла, видите, ну, по поводу композа, скорее всего, да, тут я сценарий типа писала, кстати, вот это все размышления по поводу социального ролика, тот, который семейный разговор, здесь всякие мысли, ну, ребенка. Вот, что-то я там записывала, всякие, в общем, идейки, всякие, что-то там рисовала, что-то там пыталась, вот, да, вообще, когда я писала этот сценарий, мой преподаватель, когда начала писать предысторию, он сказал, что, типа, это слишком, и фильм может дойти просто до суицида ребенка. Что, типа, я там столько навертела, что, да, типа, это... Что эта история может закончиться только суицидом. Поэтому мне пришлось немножко его переделать, немножко сделать его мягче. Да, тут мои штуки всякие, которые я переклеила другими штуками. Да, это, кстати, рисуночки... того самого карантинного ковидного периода, когда все закрыли, вот, и мы с Настей дали друг другу темы. Вот, кстати, у нас будет кек-зин, в котором они тоже появятся. Да, вот посмотрите на эти замечательные рисунки. Мои самые любимые. Да, это мои пирочки от моих любимых футболочек. Не знаю, вот скажите мне, как вот такую вот эту вот красоту можно вообще выбрасывать? Для этого и нужны скетчбуки, я думаю, я считаю. Так, да, план-кабан. Там на той страничке я это самое
размышляла по поводу того, какая мне нужна техника, чтобы записывать подобные видео и делать стримы. Да. Так, это я там... А, тут мои записи, всякие мои размышления по поводу индизайна, как там делать верстку. Я на Бахче давала лекцию, и вот там мои размышления на эту тему. Да, мои удачные фотографии. Я просто мастер фотографии на пленочке, на эти вот эти вот прекрасные пленочки, когда у меня ничего не получается, все такое черное. Вот. Это мои смерчевые раритетные теперь браслетики. Вот. И да. Ща. Это печать, которую я поставила в магазине, ну, Mugiwara Store в Акибукуро в Японии. Вот. А здесь... Сори, здесь информация, которую называть нельзя. Мой официальный лист там со всякими адресами, где я находилась, где жила, все дела. Вот так. Спасибо за просмотр, что ли. Пока. И здесь пока.